Красота! Лес едет. Так, еще один фанат фоткает. Да, первый день с пассажиром. Лес. Я еле выбежал, господи. Ух, что-то Саня опаздывает. Да, я сейчас опаздываю, 12 все. А тут эти лязы начали уже уезжать. Подожди, сейчас его спрошу. Сейчас позвоню на телефон. А тебя как зовут, подписчики? Валерий. Валерий тебя зовут? Поздравляю. Да. Это Медведчук. Ты где уже, бля? Давай быстрее, Так, ребята, извините, он немножко заматерился уже. Извините. Этажи. Еще один Артек подъехали наш. Это типа Волгобуз, да. Волгобуз, да, почти. Похож. Ну да, похож. И это, не на это. Да, и что это, КАВ-4270, и чего? А там Саня сидит. Так, эти уже пошли, да? Да не... Саня! Так, Валерий, что ты хочешь нас показать? Да, сейчас это... А не хочешь какой-нибудь небольшой обзор? Ну, пошли. А тут уже все с пассажиром хотят проехать на новом... Да нет, ты посмотри, сколько людей-то пособралось, а? Да, я вижу. Это почти выйти. Как парад. Да, уже много людей набралось, чтобы все покататься на этих лязах. Да, прикольно, что они сюда приехали. Уже люди в забитых автобусах. Все пришли покататься. Что, Саня? Данёк! Саня! Ой, зеленый троллейбус едет к нам. Да, забито. Вот тройка. Да, тройка едет. 53. Да, 53. Здоров. Сани. Кстати, а как же четвертый фанат? А, Коля, я сейчас его потом заберем. Ну надо дай же. Дай походку, немножко. Ну, давай, ты же взрослый. Что скажешь по поводу подписчиков, по поводу лязок? Топ! О, все, зашибись. А там да, газельки там стоят. Ух, нифига себе, как они уже забиты, эти автобусы. Но мы позже проедемся. Полной забитой людьми. Еще один какой-то фанат с фотоаппаратом. Так, лес уже начал поехать. Уже кто-то снимает. Да, бывает такое. Вот.
Уже артеки уже начали ехать. Унифас междугородный подъехал. Вот он уже, фотограф уже. Так, наши подписчики. Мы сейчас поедем на этом лязе. Кстати, что-то Коля не хочет проехаться на этих лязах. Наш подписчик. Заходим в последний ляз, заходим. Так, отходим, отходим. Заходим в последний ляз. Заходим, заходим. Короче, мы зашли, и уже много людей там. Не помещаемся. Он тут подрева, блин. Поехали. Все, Валерий, снимай поездку. Время снимать. Он лязет. Коля, как обычно, не хочет. Первый автобус с пассажиром. Ну, точнее, первая эксплуатация автобуса с пассажиром. Ты доволен, что в Севастополе уже наконец-то поехали эти лязы? Таблички, как и в Симфере, ездят. Только поручни у них другие. Знакомый тебе звук, как в Симферополе? Нас довезут. Скажем Жеке, который Белецкий, он нас не поверит. Только сдал за угол. В
все три блогера и транспортные фанаты Севастополя тоже снимаются, кроме одного. Спасибо.
мечта сбылась. До Севастополя должны быть язы. Уже догоняет. Да. А что так быстро? Авангард? Ну, лязы быстрее, чем Thank you.
Карпатик и северной стороны Севастополя. Я на него ездил. Ну, поздравляю, Валерий. Ну, теперь точно будем быстро гонять по острякам. Я...
короче, с праздником вам. Угу. Тебя тоже. Тебе тоже. Тебе тоже, Санёк.
А сейчас. Так, ребята, я сейчас отключусь быстренько.